Знаешь, Катюш, вот если бы мы жили в России примерно на рубеже 19 и 20 века и вздумали бы купить с тобой граммофон, ну, чтобы музыку послушать, то нам бы пришлось заплатить за него 1000 рублей, причем старых. Сколько это будет там на современные-то деньги? Ну вот представь, в среднем врач в больнице в те времена получал 80 рублей в месяц. Представляешь? То есть на покупку граммофона он бы работал год. Дорогое удовольствие послушать музыку. Историю вещей исследует наш корреспондент Юлия Красовская. А сегодня она разбиралась, что такое шарманка. Вот таким вот образом звучит наша шарманка. А вообще первые шарманки стали появляться в Италии еще в середине 15 века. Первоначально это были инструменты для обучения певчих птиц. Гораздо позже их берут на вооружение бродячие артисты, шарманка становится уличным органчиком. Так до сих пор называют ее в Европе. В Россию приходит шарманка после войны 1812 года, приходит к нам из Франции. Такое название тоже получает не случайно. Считается, что первая песенка, которая была закодирована на шарманке в нашей стране, была очень известная французская песенка «Шарман Катрин», «Прекрасная Катерина». Именно по названию этой старинной французской песенки у нас в стране она и получила название «Шарманка». Она очень прижилась и до сих пор, как вы видите, так инструмент называется. Шарманщиков в нашей стране очень любили, они были популярны в конце 19 и начале 20 века. Вокруг себя шарманщик собирал всегда большое количество зрителей, играл, пел и всегда зарабатывал неплохие деньги. Но часто говорят, затянул свою шарманку, то есть человек начинает повторять одно и то же. Это зачастую ложное мнение, потому что мелодий в шарманке могло быть много, до 15. В нашей, например, тоже 15 известных грузинских мелодий закодировано. Ну и на этом у меня все. Всем самого доброго утра!